недостаточно. И, пожалуй, у Феррари здесь очень неплохая позиция. Такой киберспортивной, точнее, не киберспортивной, а фэнтези-лигой, на которой здесь можно делать ставки очень интересным образом. Сам поставил, но сам могу... Так, тем временем сетка. First Blood забирают на Юниверсе, а драка снизу продолжается. У Кси большие проблемы. Ну, нет, небольшие проблемы, потому что это дота. Сумаил. Полная мана, рядом подходит PPD, разгон на Сумаила, выходит также Вич-Доктор, Сумаил получает Маледикт, Маледикт первого левела, ну как же больно Сумаилу проходит баши. Феррари, рядышком пошли Кайлы, у Кси огромные проблемы, но три Кайла, и Сумаил забирает Кси, однако тут же падает сам, PPD идет дальше. Нага Сирена на хосте, это минус Феррари, и Ауи кидает сеточку на чувак. Неплохие каски, очень неплохие каски, как не старается Ауи заблочить, но Чуан уходит. Вот так вот Чуан спасается. Каски судьбы решают исход, а тем временем Бёрнинг подключается. Бёрнинг подключается, и Юниверсу не уйти, потому что за Юниверсом бежит бешеный бык. И подсвечивает его, минус Юниверс. Бык переключается на СФ, и можно попробовать. Вырезается в Сумаила. Однако Фантом Лансер выбрал цель поинтереснее. Бёрнинг! И забирает он, кажется, PPD. PPD остается совсем немного хп. Каски судьбы от Чуана. И каски не только спасают жизнь Чуана, но и забирают еще один фраг. Какое начало у нас? Invictus Gaming выходит. Почти четвертая Нага Сирена. Вторая аура ставит вард, чтобы видеть, есть ли кто сверху. У Феррари нету шестого левела. Феррари все видит. Нет, ничего не видит, потому что ночь. Летит на подсейв Вич-Доктор. Однако у Феррари огромные проблемы. Ставит Реминант. Хорошие каски. Спирит Брейкер вбегает со спины к Сумаилу. Сумаилу нужно бежать. Сумаил не уходит. Кси получает колбу. Зомби также перетягивается. У Ауи огромные проблемы. Его загрызут зомбари. Чуан забирает еще один фраг. Остается PPD. И смотрим на Спирит Брейкера. Разгон откатил. PPD пытается отдаться на Эншентах. И у него это не получается, потому что Фейт ДКМ забирает фраг. Ну, пока что Invictus Gaming получше действует. Вот эта атака на Феррари вроде бы была неплохая. Хороший вард поставили. Идет разгон. Чуан рядом. Зомби рядом. Спирит Брейкер приближается к Фиру. И врезается в него. Пошел плазма Фил. Чуан теряет половину хп. Фир, ультимейт, Маледикт. Проклинают его. Высасывает дэмэдж. Тут же на развороте сетка от Наги. Попытка захилить Спирит Брейкер, но Спирит Брейкер умирает. Однако здесь же Бёрнинг подключается к атаке. Минус Фир. Чуан умирает от плазмы Филда. 2 в 1 размен. И Бёрнинг не пойдет дальше. Это абсолютно верное решение. Да, это уже третье или второе подключение Бёрнинга, но в любом случае на ранней стадии довольно-таки неплохо. Но, скорее всего, это не атака на СФ, а... Хотя, знаете, этот парень... Хорош, да хорош, да нет же! Он пошел до конца, и баш с первого удара. А здесь в смоках перетяжка. Сумаил потратил койл, получил Маледикт, Дикей, ультимейт Вич Доктора, и, боже ты мой, вот это просто, вот это IG месяц, Вич Доктора закрывают, есть первая хилка, но вряд ли ее хватит, и тут же Invictus Gaming уходят. Оставляя своего Вич-Доктора на погибель. Размен-то все равно в плюс. Сейчас можно... Во-первых, они сейчас знают, что у Клокверка нету... Ой-ой-ой, Клокверк-то встревает! Не смогли сломать тамбу, из-за этого очень замедленно Феррари здесь же. Забирают хосту. Ауи, большие проблемы у Ауи, минус Ауи. Разор дает плазма Фил, PPD пытается спрятаться в лесу, но это очень тяжело. Кси просто летит на базу, Фейт летит на базу, Феррари убегает на хосте. Боже мой, что творят эти китайцы? Ну, знаете, я давненько не видел игры IG. Ну, сбивать чем-то пешки есть. Смотрим, выход на Фира. Ой, видят его, пошла корова куда-то, непонятно куда пошла корова. Корова видит церковь, это тоже нормально. Касочки и забивают руками несчастного PPD. Он дает неплохой ультимейт, у Чуана проблемы, есть инстиков. Выпивает ультимейт в разора, Феррари пытается зафокусить Фира. Фир нажимает ТП случайно. В страхе, в ужасе. Феррари в итоге уходит. Афир под Маледиктом. Сон.
ловит зомби. Будет ли возвращаться? Есть ресурсы, чтобы вернуться. В принципе, СМ раскастовывает ультимейт, ставится тамба и тут же стирают зомбаря. Однако, что дальше? Нужно фокусить тамбу. Тамбу зафокусить не успели. Фантом Лансер рядом. Фантом Лансер пытается зафокусить Фира. Ловит сетку. Тут же PPD возвращается на телепорте, пытается добить иллюзии. Фир 72 хп. Кайлами отстреливается Сумаил. Однако, Бёрнинг забирает нагу сирену. Есть реген у Бёрнинга. И Бёрнинг сейчас пойдет разваливать под тавер. Да-да, это именно то, что вы видите на своих экранах. Бёрнинг на 13-й минуте лезет под тавера к врагу и убивает. Это минус 2, Шторм уходит. Ставится потрясающий десвард Вич Доктора, но сбивают его в последний момент колбой. Однако Маледикт висит на PPD и вряд ли он уже отсюда уйдет. Пытается спрятаться в елках, но здесь прохода нет. PPD умирает. Чуан месяца с Юниверсом, и у Юниверса очень мало шансов здесь выжить. Юниверс, есть ультимейт, однако кидать его некуда. Мега килл от Бёрнинга. Потрясающий. Invictus Gaming просто сломали лицо сейчас ЕГЭ. 9. С ума сойти. А вы? Разгон спирит брейкера. Также рядом находится Шторм. Шторм нападает. И не вязает притяжку, ну а вы хватает урона и так. Тут же ультимейт Фира подходит, зомби ставит тамбу, но это все, это ребята поплыли. Мека, хотя неплохо, Кристал Мейдед кастует первый Феррари, умирает, урна висит на разоре, минус разор, Кси продолжает драться. Ульт, клокверка в зомби, Сумаил под Маледиктом, Кси пытается убежать и убегает, боже мой, Сумаил без душ, урона с ульта не хватает. Трипл килл делает Фейт, его зомбари сгрызают всех, нападение на Юниверса и... Боже мой, Фей делает ультракил на 15-й минуте игры. ГГВП, Invictus Gaming, кажется, проходит у нас следующий раунд. Ну, серьезно, остановить таких ребят будет... Два на верхней линии. Спиритбрейкер кого-то видит опять. Да, он видит Фира. Он видит Фира, но драться с Разором, подключенным ультимейтом, суицид одному. А если подходят тиммейты, то можно. Скастуется сон. Тут же нужно сбивать тамбу. Неплохо, сбивают тамбу, будут ли драться, но это самоубийство, потому что у Шторма ДД, у Шторма Егис, он включает ДД, влетает, у Фира большие проблемы, Шторм уходит, Коги ставится на своего же СФ, и СФ поднимает себя в воздух, жить, стики, сетка в зомби, Сумаил умирает. Сумаил умирает, не помог ему ЮУ, ну, здесь, конечно, Клокверк поставил потрясающие Коги судьбы в очередной раз, которые решили жизнь Сумаила. Шторм врывается, а Егис все еще действует, сна нету, но Фир достаточно толстый, его не пробить. Да, Шторм пытается уйти, получает каски, Фир попадает под раздачу, минус Фир. Ауи также подставляется, неплохой ульт от PPD. И нечем сбить этот ультимейт, PPD захиливают, минус PPD, тем временем падает Чуан. Клокверк просто делает телепорт, СФ бездуш кастует ультимейт. Тем временем падает Юниверс. Бёрнинг очень битый, но забрать его нечем. А Феррари резается после Аегиса. Забирает Сумаила. Фир после байбека. Ну и Фира заставляют отступить. Да, в очередной раз выигранная драка для Invictus Gaming. Разменяли Аегиса и Вич Доктора на 4 героев соперник. Они неплохо подрались. Укси проблемы. Да, все, Кси конец. Ой, как же так получилось, что он убежал, однако кукшот не оставляет шансов. Блэдмейл, Колба и Кси в таверне. Глиммерхейв не спасает, нападение на Юниверса, и Юниверс умирает. Да, Фантом Лансер слишком много артефактов имеет, убивает героев слишком быстро. В итоге один в один размен, потратили много ресурсов соперники для того, чтобы забрать этого бару. Можно забрать вышку, после чего отойти на Рошана, ради которого-то, в общем-то, и ждут. Так, Чуан ворвался. Чуан врывается. Сон. Ну и что, СФ будет что-то кастовать? Минус тамба. СФ кастует Феррари ультимейт. Неплохо пробивает у Чуана проблемы. Грифси не спасают. Однако Лансер забирает СФа. Лансер, большие проблемы у Бёрнинга. Доппельгангер не допрыгивает. Но сетка летит не в ту, не в того Лансера, боже мой, как же Бёрнинг здесь обманул, однако Плазма Фил, и Бёрнинг отправляется в таверну, отдавая 1400 голды Разору.
Спирит Брейкер на развороте пытается что-то здесь придумать. И, кстати, может получиться, потому что рядышком Шторм. У Шторма есть Мистик Став, есть Хоста. И Разору нужно возвращаться. Разор, сетка на Спирит Брейкера. Немножко рановато. Феррари в комбе. Фир все еще жив. У Фира есть Мега. Фир юзает Мегу. Хорошие шансы у ЕГЭ выиграть здесь драку. Однако Феррари уходит. Кси. 3, 2, 1. Есть разгон. Клакверк. Боже ты мой. Что произошло? Что произошло со Спирит Брейкером, я не совсем понял. Он почему-то остановился. В итоге забирают зомбаря, который пытался помочь, и отдают гем. И Evil Geniuses сделают камбэк. Это очень серьезная заявка. В общем-то, правильно передумал. И в смоках ЕГЭ. IG понимают, что сейчас, если они проиграют драку, ЕГЭ уже станут боеспособны. Клакверк. Ульт в зомби. Зомби нужно помочь. Глиммеркейп не поможет, потому что есть гем. Однако, по-моему, Люлей получает здесь Юниверс. Уходит с Форстафа. Сон. Сумаил. Думает, кого бы ему кастануть. Ульт кастует Фейта. Фейт тут же падает. Большие проблемы у Чуана. Чуан в таверне. Сумаил нажимает боковой Бёрнинга. Замораживают Бёрнинг. Койл минус Бёрнинг. Минус 4 от ЕГЭ. И это потрясающе. ЕГЭ выигрывают драку. Отдав одного только Юниверса, который погибает, но гем насколько нет, потому что шикарно заходят. Тем временем Вич-доктора забирают. Чуан негодует. Вич-доктора забирают прямо под вышкой, однако в этот момент потерпеть. Да, тут уже плазма-фильтр Азора, Нова ЦМ-ки, иллюзии Наги Сирены, все это очень неплохо откушивает. Пару кайлов, Шторм врывается в Сумаилу, Сумаил большие проблемы, жмет БКБ, влетает Спирит Брейкер, попытка зафокусить Сумаила, Клакверк остается в когах, ультимейт и Сефа, но Сон нажимает Нага Сирена, пытаются раскантить лансера в БКБ. Сон заканчивается, Кси врывается, тут же погибает, ставится вард Вич-доктора и ульт Сэмки, и Сэмка побеждает, Вич-доктор палит. Феррари продолжает драться, а Игис все еще есть. Один против троих Феррари. Ультимейт уходит. Решает, что лучше не рисковать. Да, ждет, когда выбьют из него Аегис. А его специально не трогают, чтобы Аегис выпал. И Аегис выпадет уже очень скоро. Боже мой. Отпивается из последних сил. Нужно Феррари каким-то образом попытаться отдаться. Но нет, он решает просто уйти. Юра есть. Смотрим, не хватает лансера до байбека. Буквально парочки грибов. У Шторма байбек есть. Сверху падает второй барак. Здесь большие грибы все пропушили. Хорошие краски. Сумаил. БКБ. Глиммер Кейп. Ультимейт Разора. И нужно ломать. Клакверк включает свой ультимейт. И врывается один против всех, дает ультимейт, два БКБ тут же, Сон Наги, Бёрнинг остается один против всех, Кси еле живой, Кси умирает от ультимейта Разора, ульт Кристал Мейден очень неплохо заходит, однако нечем его сбить и нужно каким-то образом отступать, Чуан ставит Десвард, выбивает Эгис из Разора, падает барак, тут же байбек от Бёрнинга, которого смогли все-таки забрать в этой драке, Фир ресается. Тамба продолжает замедлять, Феррари врывается. Замедлить его нечем. Хорошие каски летят от Чуана. Бёрнинг вгрызается в Фира. Шадоуфин забирает Андаингу. У Андаинга нету байбека. И это может быть фиаско для команды Invictus Gaming, если они сейчас не отобьются. Но стоит потрясающая тамба. Где она находится, непонятно. Не могут ее поэтому Evil Geniuses разбить. Ломают мид и нужно уходить. Нужно уходить, потому что там уже домики, тазики падают от крипов, которые пропушили линию. Заходят, все под вардом, ставится хороший обсервер вард, но сейчас будет драка, возможно решающая. Спирит Брейкер врывается на ЦМ, ЦМ успевает включить БКБ, ее пытаются зафокусить, Ауи выходит, кастует слип, Рошана успели забрать, ЦМ-ку уходит в БКБ, это провал. Это полный провал, потратили все, не убили ЦМ-ку. СФ заходит, получает кекс. СФ попытаются быстренько забрать. СФ забирают. Боже мой, у него не было Аегиса. Вич-доктор ставит потрясающий десвард. Разбивает лицо Разора, но Разор слишком плотный. Шторм Спирит тем временем убивает Сэмпу. Лансер забирает Нагу Сирену. Остается Фир, и Фиру здесь также не жить. Боже мой, как? Как это произошло? Забирает все-таки Вич-доктора. Клакверк в позиции, попытается, возможно, как-то подсейвить лансера, есть Глиммер Кейт, но является гем, и наверняка один гем есть у команды Invictus. Спир падает, Клакверку нужно уходить. Фантастика! Каким образом сейчас Invictus Gaming выиграли эту драку, это загадка. Ну, наверное, главная причина байбека не было. Однако...
Об этом могли только гадать, потому что не было его из-за нехватки золота, а не по таймингу. Юниверс в позиции. Возможно, будет атака. Феррари уходит. Юниверс дает ультимейт. Хек на Феррари. Феррари! Вот узор использован был очень-очень неплохо, судя по всему. Врыв на Кси. Кси использует Блэкинг Бар, пытается зафокусить Сумаила. Сумаил! Где твой опыт на бой, Сумаил? Сумаил умирает. Сон ноги сирены, но также минус разор. Разора байбека нету. Ауе. Слип уходит на базу. Боже мой, Сумаил. Нет, Сумаил нажал на этот раз БКБ, но оно уже просто кончилось. ППД. Есть гем, блочит его Феррари, потому что маны нету практически ни на что. Получает каски, лутусорб. И уходит. Отличное решение от Сумаила. Я все ждал, когда появится либо Уразор, либо СФ Ахикс. Вот он наконец-то появляется. Но теперь нужно отбиться. 45 секунд без Разора. И должны уже Invictus Gaming понимать, что кажется, у Разора-то байбека нету. Заходят по нижней стороне. И у Разора появляется байбек в этот момент. На Тикала. Хекс. Сумаил. Барак почти упал. Каски. Никому ничего не дают сделать. СФ. Все. Слип закончился. Хекс в Феррари. Барак падает. Феррари жив. Феррари живет. БКБ нажимает Сумаил. БКБ нажимает Бёрнинг. Битва двух керри. Кто кого? Но у Сумаила заканчивается БКБ. И он умирает. Бёрнинг уходит в доппельгангера. Барак уже упадает. Зомби. Зомби на лоу хп уходят. Кси с байбека врывается. Кси! Нет, это не байбек. Кси просто прибегает с базы. Байбекается у нас... Байбекается у нас Чуан. Важнее будет гораздо зафокусить. То есть нужно чем-то сбивать линку, потом давать хекс. И при этом всем он еще может успеть нажать БКБ. Это будет полный финиш. Бёрнинг. Пытается пропушить. Иллюзии Наги Сирена, конечно, очень сильно мешают. Клокверк, ультимейт. Ну что, начнется битва? Нет. Да, да, начнется битва! Врывается Бёрнинг и Феррари. Кастуется сон, пытается забрать Сумаил. Лотус Орб. Сумаил включает сатаник, откидывается, все засыпают. Минус тамба. И ставится ультимейт от Чуана и просто разбивает всем лицо. Боже мой, как же много нанес урона этот вард. Сумаил под полидиком. Дерется Сумаил, нужно жить. Но в итоге погибает Фрица. Хотя нет, все еще жив. Погибает Маледикт. Падает Шторм, падает Лансер. Падает также Вич-Доктор. Собирают Лансера второй раз. С ума сойти, байбек. Нету у зомби маны даже на Глиммер Кейп. Шторм врывается обратно вместе с Лансером. А у Шторма очень-очень быстрый респаун из-за Бладстоуна. Лансер байбекнулся, Юниверс падает. У Сумаила нету байбека. Кристал Мейден выкупается, Фейт каким-то чудом выжил. Купается Клокверк, кто Сумаила. Но Invictus Gaming вообще втроем, у них битый зомби, по факту даже вдвоем. Invictus Gaming, Fear, Lotus Orb. Зомби все еще пытается здесь что-то придумать. А есть ли чем подхексить? А подхексить-то и нет. Феррари БКБ. Феррари уходит. В этот момент ломают катапульты, бараки снизу, нужно возвращаться на базу. Тир 4 падает на миде, крипы уничтожают базу, боже ты мой. Fortification. Нужно успеть убить катапульты. Успеть убить катапульты. Успевают убить катапульты. После этого на нашем канале должна быть игра Cloud9 против Virtus.pro. Бёрнинга преследуют. Ну, нету доппельгангера. Ну вот используется доппельгангер. Сон Наги Сирены потрачен в никуда. Чуан уходит. У него БКБ. Но БКБ не нажать. И Феррари. Контринициация на Фира. Тут же вешается Лотус Орб. Однако Фиру не выжить. Ультимейт СФ. Фир падает. Есть байбек. Тут же байбек. Это спиритбрейкер врывается в драку. Чуан ставит ультимейт. И боже ты мой, как много урона наносит. Десвар. Трипл килл от Вич Доктора. Остается в живых только Разор и Кристал Мейден. ГГ пишет ППД. Разор и Нага Сирена.
Да, вот эта игра. Камбэк от Evil Geniuses. Проигрывает 14 тысяч. Затем камбэк от IG, которые выступали 10 тысяч. И в итоге китайцы все-таки выигрывают, проходят в следующий этап. Напомню, что эти игры не значат ничего в плане выбывания или какого-то преимущества на основном турнире. Это битва за посев. Кто выиграет, тот будет посеян выше и, соответственно,